Здравствуйте, меня зовут Алексей Лаганцов. Я бизнесмен и председатель Вологодского регионального отделения «Опоры России». 9 июня я буду участвовать в национальной премии «Бизнес-успех», которая пройдет в Вологде в Центре активного отдыха и туризма ЕС. Мне очень интересно услышать работающие бизнес-идеи, которые будут защищать участники премии. Думаю, подобное мероприятие – это возможность встретить полезных вашему бизнесу людей, найти для себя новые решения и зарядиться предпринимательским духом. Присоединяйтесь к самому яркому мероприятию этого июня. Ждем вас!